все, удачи, жопа. Сколько у тебя? Мне 25. А, ты слыхал то, что Days and Dawn до 120 оптимизировали? Не добавили туда туман и не Так, наш город на 140. Отделение спитера на 200 спускается по горе. Подождем, пока по ним будут стрелять. Это Чарли, мы на позиции. Ждем какого-нибудь действия. Кто вообще начинает штурм? БЕшники? Я не знаю. Чарли на точке. Мы пойдем последними. Я пока да, посмотрю зеленку. С нами медик, потому что. Так, в зеленке вижу движуху. Вижу противника. 100 за городом. Под деревья ближайшие, там кто-то бегал. На 140. Бьют, бьют. Вот оттуда и бьют. Можно стрелять? Конечно, нас уже замет. Там же как где-то. Откуда пулемет шьет? Отметьте. 140. На 105. А дальность до него примерная? Дальность далеко. Ладно, свяжусь с БЕ, поторопил. На 100 вижу движуху там, в лесу у них. На 100. Снайпер бьет. Я думаю, мы самолет подождем. Да БЕ тоже можно подождать. Нужна атака да. На точку. Да не торопимся, успеем, успеем. Умереть успеем. Они по нам стреляют, парни. Так сидим за камнем и отдыхаем. Ровно с юга зеленый. Там раненые есть, убитые есть. Еще раз, у нас раненые есть, убитые есть. Ряска. Что? Ты дальность да выставил? Не, я рандом. Ну, выстави дальность хотя бы на 600. Так, какое имя? Сейчас, подожди, мега людей Паша научил. А сочетание какое там выставление примерной? Сколько на дороге нет, даже по городу. Я вот не могу азик найти, он внизу где-то стоит, да? Отметил бы, 1-1 бы отметили. Меня показывает 900. Ой, ты как хочешь, так и выставлять. А какой в комбинации это делается? Стрелки вверх. Нет, я имею в виду, чтобы как этот миномет бить. Каким там надо. Ой, клавиши справа, использовать. Ой, в город. Давайте там подаем. Забыл, не помню уже. Кто-то, по-моему, не туда пошел. Махну, давай быстрее. Подавляйте пулемет, пусть нашим бегом.
кто не ранен? Подранили, но как бы я все в порядке. Если ты в порядке, уходи оттуда. Опаньки, в городе, короче, враг сейчас. Да а, ты нет, что? Это наши уже. Ну вот пока на нас отвлекли, наши зашли уже, ты что? Какое заделение наших в городе уже? Берем. Браво должны были спуститься некоторые люди. Просто метки нет, непонятно кто был. Потом мы прям поняли, что наш. Спасибо, спасибо большое. Не успел отбежать дальше. УАЗик смещает. Я пойду их обойду тогда, как бы. Он прыгает туда-сюда за. Парни, у меня прогресса никогда больше двух. Нет, нет, сумки не использую. Кого они используют? Нет, пакет. Больше двух никогда не использую. Че? Чаще заметил убивать. Давай, вали, вали. УАЗик убегает. Уж пулеметом УАЗик. Ну вот сейчас самое время. Он внизу не спустит. Ой, по нам бьют. Сейчас самое время в зеленке кого-то там, кого мы видели, зачистить. Может левее попробую обойти все это дело. Ну да, давай, давай. Я пошел левым флангом, сейчас обхожу. Да, да, да. Давайте слева просто на... Дальше прием. В грузовике заедем. Да. Ну, УАЗик на ене. Слышно, прием. Вы Дальше не видите, а что-то меток на них нет вообще. Мы тут до ШКС ковырнули, сейчас снайпер пытаемся найти. Где-то снайпер долбит со стороны это, БЕ где-то, по-моему, заходил. По старому плану должно быть. Может, БЕ долбит. А, да? А почему по нам летят, я их не понял. Положительно. Нифига себе. У них Алаш. Тоже не все так гладко, у них там что-то какая-то перестрелка есть. Ладно, свяжусь с 1-1. Я пытаюсь в вилках найти снайпера, пока мы его не уберем, дальше смысла продвигаться. УАЗик жив. Ты жив? Я-то жив. Поехал дальше в горы. Ой-ой-ой. Точку обхожу далеко. С города снайпер долбит. А вот
Так, ну 100% группа 1-1-Б уже получается. Запада обход. Сейчас, а 10-й здесь все сделает. Аккуратно, с запада наши перебегают от дома к дому. Получается справа от нас. Угу. Я вот УАЗик потерял, не понял, куда мы ехали. Самолет надо. Слепая зона на... Слышим. 110, ёлки где? Слышно тебя, самолет? Дальние. Понял, в Ажбинке, да, он там? Да-да-да, туда уехал. Самолет сможет сделать заход на УАЗик? Только сместился. Ну, в принципе, там были. Старайся с УАЗиком разобраться. Ну, на другой же стороне как-то сместился. На другую сторону я уже бегу, сейчас попытаюсь. Мне на него воткните актуально. Дальше посмотрим. Повторите, связь была плохая. А с УАЗиком сможешь разобраться? Я метку уже через дорогу перебежал, уже сейчас на их стороне. Да, метку у вас вопросы. А Здоник, короче, поставил метку, где они с группой находятся. Со стороны Браво. Метку, да. Мне у вас уничтожит, наконец-то связь нормальная. Да-да-да, займись УАЗом, в первую очередь. Чик. УАЗик выкатился, УАЗик. Чуть-чуть. На высоту. Да, есть. Да есть, есть. Ждем, когда работает УАЗик. Он нам тут не дает покоя. Что за УАЗик? Да шика. Вообще не могу. Серёга где-то долбит. С города же едет. Попробуйте его спровоцировать. Да я уже... Пуск. А можешь отметить этот трехэтаж? Секунду. Синяя метка пуск. УАЗик не видно, метку поточнее можно? Он в низине прям стоит в ёлках там, в складке. Скинь туда гапушку, да и фиг. Отлично, почти. Но они же... Ну, рядом было. Но он уезжает. Еще раз, кто там? На север уезжает от фронта. Двое, свои. На дорогу, полдороги.
города на дороге свои там? Да, вроде свои. Принято. Последний раз был замечен возле... Я на другой стороне горы. Метку уточню, обновил на вас. Что передать? Такое интересно. Повоёвано.